Доброго времени суток, мои друзья, и, блин, предыдущая катка была абсолютно закидная, и я, блин, потерял подношение. Дело в том, что все как бы собрались, нашлись, но вот два парня, походу, были в тиме, один из них не загрузился, второй ливнул сразу. Осталось два чувака, и один сразу же попросился на крюк, второго я заставил немного пофармить, а потом уже... Как бы по его желанию добровольному, он тоже пошел на крюк. И, блин, я дико не люблю вот такие вот моменты, вот такие катки, когда кто-то ливает и, как бы, и сюрвам неприятно. Ну что такое, ребята? Вы чё, террор, что ли, не слышите? Или чё, я понять не могу. Ой-ой-ой. Ну ты серьезно? Ну чё опять за закидоны начались? Ребята, ну как с вами играть? Вот. Иди отсюда, блядь, со своим фонариком вонючим. И ты! Слушай, ты же ляжешь сейчас. Ой. Всякой хернёй страдаете. Вот серьезно. Взрослые люди, а? Или может вообще не взрослые? Как знать. Тут все нарывается и нарывается. Я понять не могу вот ваших вот этих вот действий. Вообще, вы думаете, я с вами фармить, что ли, пойду? Или чё? Вы друг друга снимать, что ли, собрались? Ой. Не люблю я вот это все несерьезное ваше. Лори, блядь. А ну. Да. Слушайте, ну опять какой-то закидняк происходит. Ой. Лори, снимай подругу. Не-не-не-не-не. Снимай, не бойся. Во, наконец-то. Мэгги, в лесу родилась елочка, в лесу она... Росла. А Мэгги, блин, красоточка, на крюк уже пошла. Чё ты, срезать его хочешь? Да нельзя же, ну. Я ошивается тут, блин. Ой. Уйду я от вас. Обидели вы меня. Я. Во. Джейк, чё здесь забыл? Чё подглядываешь? А ты думал, я тебе сунуть, что ли, под палеты? Давай, давай. Ты у меня на крюке еще не висел. Мы обязаны это исправить, братан. Обязательно. Прям must have. Ать! Нормально. Ай, блядь. Ай, иди отсюда, насмешила меня. Ну я, блин. Ой, Dead by Daylight, я обожаю эти баги просто. Ой, просто кайфую. В стратосферу Джейк ушел. Че тут делаем, блядь? Кто заводил этот ебучий генератор?
Ой, цирк. Ух, все, рассмеялся. Я с этой игрой скоро себе пресс накачаю, честное слово. Опа! Вот это я удачно заехал. Это в нарезочку отправится обязательно. Лори, твоя очередь висеть. Такие закидончики, блин, это вообще... Просто с самого начала начали руинить игру. А ведь могли бы спокойно отыграть нормально по-человечески. Чё за дела вообще? Нет, блин, надо все испортить. Неинтересно же так. Ну, забавный зато момент есть. Этот, особенно с полетом Джейка далеко и надолго. Это мне понравилось. Чё это? А, ты вниз ушел. Ушла, ушел. Кто там? Да я знаю, что он тут рядом где-то шарится. Вот только где? Ёлки-палки. Найти бы. Лори, привет. Ты уже соскучилась по крюку? Да, моя хорошая? Ну ничего, ничего, сейчас мы тебя второй разок посадим на него. Следов ты оставляешь много. Так, следы исчезли. Вот ты где? На перерез! Блин, чуть-чуть промахнулся. Ну что это такое? Что за свинство? Бу, давай. Мне нужен навык, короче, траппера на этого пацана, потому что почему-то именно вот на нем я очень часто под палеты и попадаю. Ну хорошо, что у меня хотя бы вот его перки есть. Даже не знаю. А, вот ты где. Ошибочка. На тебе тогда кувалдой по хребту. Блин, вот у Хилл Билли очень классная кувалда. Мне дико нравится. Я хочу себе такую. Вот прям. Прям, да. И вот в крови желательно, чтобы тоже вся была. Но это я уже... Джейк, блядь. Я ж знал, что ты здесь это вот хернёй вот этой страдаешь, блин. До последнего тебя игнорировал. Но ты, видать, русский язык не хочешь понимать, да? Так, Лори. Лори, comes to me. Right now, bitch. Вот так вот. На тебе. Пошли на крюк. Ну ты все бегаешь, бегаешь, манишь меня, дразнишь, чертовка. Знаешь же, что блондиночки это моя слабость. Вот, повиси теперь, подумай над своим поведением. Нельзя меня склонять к греху. Та-та-та-та-та-та-та. Какая скотина это тут делала, вот. Все норовите мне настроение испортить. Джейк, а ну пошел оттуда. Хватит заводить генератор наверху. А, нет, ты его не заводишь? Ну ладно. Я его сейчас разведу тогда. Или заводишь, сволочь? Не дай бог, ты в шкафу спрятался, я тебя за это накажу. Жестоко накажу.
Ну вот шарится же где-то тут. Козлина такая. Неужели ты тут? Нет. И не тут. Но вот... А, это Мэгги! Мэгги, вот зараза маленькая. Сюда иди. Сюда иди. Не, ты не добежишь до этих палетов ни в коем случае. Я тебе не позволю. Только вот только попробуйте. Только... Нету. Пирог, кстати. Вот именно пирог. Вот и еще один его товарищ. Омлет, да. Пирог и омлет. Вот они в прошлой катке вот ливанули. Ребятам заруинили. Ребята подношение потеряли. А там, между прочим, была у одного новая деталь в генератор. Наверное, очень обидно было ребятам, но... Знаете, я сколько вот в эти ваши игры мультиплеерные играю, и я понял, что это самый лучший способ разочароваться, в принципе, в людях, в их порядочности и во всем вот этом вот. Лори? Лори, 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 Лори. Джейк? А-а-а, больно тебе, да? Ты мой хороший. Далеко не убегай только, ладно, нам с тобой еще... По-мужски поговорить надо. Ух ты. Как ты старательно. На тебе, блин. Я, конечно, получил доской по крышке, но... И ты тоже неплохо так кувалдой выхватил, братан. Пойдем-ка в подвал с тобой, а? Давно я никого в подвал не вешал. Вот. Это да. О! Так выглядит намного лучше. И осталось у меня две девушки. Ну, как сказать, у меня две девушки. У меня девушки нету, в принципе, и не было никогда, и я девственник. Но! Игра дает нам то, чего у нас не будет никогда в жизни, правильно? Правильно. Макс, Макс, Макс. Оп! И... Слушай... Давай я тебя убью, а потом пойду твою подругу, может, дам шанс ей сбежать через люк. Если она им воспользуется, то она молодец. А если нет, ну уж извиняйте. Так. Вот. И ее, в принципе, в ее голубой кофточке, в этой локации будет не так уж и тяжело увидеть. Но вот дело в том, что люк стоит в таком месте, что... Возвышенности нет нигде, и встать как-то удобно не получится, чтобы все оглядывать. Ладно, давайте не будем... Чё? Опа. Блин, это же от крюка, да, насколько я помню, что шепот еще и на крюки после того, как сервы рипнулись и сдают. Я видел что-то голубое. Я видел что-то голубое. И это наша... Лори! Тра-та-та. Ня. Хотя, в принципе, может такая ситуация получиться, что у нее осколочек будет, и она сейчас мне всадит в спину и быстренько валюк. Хоп. Но, походу, осколка нету, поэтому она отправляется к Entity. До свидания, наш плюшевый мишка. Все такое, и тудым, там сюдым. Ну, неинтересная игра, мне не понравилась. Она, конечно, была местами забавная, но закидон, по большому счету, такой закидон просто со стороны серверов, это какой-то бред. Неадекватно вообще.